Другим людям это имя ни о чем не говорит, и в одном ряду с другими, как история звучит, как забытое предание про учителя Христа. Путь земных его скитаний, кровь с Голгофского креста. Ничего они не знают о спасительной любви, и душой не прибегают к возрождающей крови. Не открылся перед ними дивный свет его лица. Многим людям это имя, имя только мудреца. Открыл я сердце, я свободен, я прощен. Кровь Спасителя живая смыла все грехи мои, очищает, исцеляет милость Божия любви. В этом имени чудесном торжество моих побед, в нем источник сил небесных, чудо жизни, дивный свет. В нем спасение, основа, жизнь отрадна и светла. Перед именем Христовым убегают силы зла. Спасение доступно, благодати день пока, пусть в нас